Все, я продолжил. Ты, Саня, ты тут, Сань? Сань! О, Господи, где теперь Саня? Что? Куда ты пропал? Я ходил помочь. Кому? Родителям. Зачем? Семечки пожарить. Это весело. Саня семечки жарит. Так. Отлично. Не, батарею я с собой буду носить, потому что нам еще по планетам полетать надо будет. Так, это я у себя там положу дома. Значит, сюда я положу. Что мне сюда положить? Вот это давайте. У меня что, еще такие платформы есть же у меня вроде. Так, Сань, как ты себя чувствуешь, братан, вообще? Как же? Так остал момент, когда ты у меня спрашиваешь. Я тебя сегодня еще не спрашивал, как ты себя чувствуешь. Хорошо. Ты уже на не обычишь. Че ты как бык? М? Саня. Смотри, что у меня есть. Сейчас гляну. У меня есть меч с пробитием 6. Это скрипка? Нет, гитара? Это банж. А-а. Понятно. Я должен типа удивиться, да? Шляпа классная еще. Мистер доктор. Доктор. Тут, кстати, не падаешь, если падать вниз. Не падаешь, если падать, классно. Тут надо расчистить где-то землю, слушай. Так, бро, тут надо землю расчистить, говорю, где-нибудь. Окей. Иди сюда ко мне. Сейчас мне нужно мозги сковать. Иди сюда, зачем мозги с мыслями взять? Что ты читеришь уже? Какие мозги? Эта фигня мозги вытаскивает? Давай эту землю расчищать. Как своих дамажить? Никак, чувак. Помогай мне, Сань! Ладно. Внизу ломай давай. Да не вниз ломай, в смысле, внизу ломай стену, чувак. Стену? А, да. О, смотри. Стену ломай, пусть... Сань. Чё появить его на мозг? Сань, надо стену ломать, Сань. Где ты нашел тот пистолет вообще? Я его сделал. Ну ты крутой, Сань, давай будем играть. Санек. Ты меня слышишь? Да. Давай играть. О, отлично. Не страдать. Все, мы теперь босса можем сделать. О, из мозга типа? Угу. Ну, роботу мозг нужен. Так, только скидывай мне эту фиолетовую землю, мне она сейчас будет нужна. Добывай стену. Сейчас тебя отправлю домой за миссией, за очень серьезной миссией, за очень важной. Свет нам не нужен здесь, все. Скидывай мне пока что, давай. Фиолетовую землю. Только не всю. В смысле не всю? Ну, блин, сейчас тебе скину немного, сейчас будет тебе дело, стой, на. На половину где-то, вот, держи. Бери. Сзади тебя лежит. Пошли за мной. Мы в этот раз будем строить, потому что хватит всех уничтожать, нужно строить. Так, во-первых, сейчас я ордена позабираю. Отойди. Сейчас. Короче, вот это видишь, что здесь вскопано? Топором вскопанность убери. У тебя топор есть, топором надо убрать вскопанность. Во-первых. Во-вторых, вот сейчас.
Вот здесь... Видишь, там под низом, короче, нежелательные. Mm. Видишь эти штуки? Короче, вот эту красную полосу убери. Видишь, красная полоса? Под деревяхами. Видишь красную полосу? Mm-hmm. Вот ее убери и поставь там все фиолетовое. И вот эту дырку тоже застрой. Максимум что, смотри? Здесь можно сделать типа... О-о-о-о-о-о! Спасибо, Женьку! А зачем ты это сделал? Что, я? Ну, нет, зачем ты убрал? Что убрал? Что я убрал-то? Ничего, все шикарно, братан. Да не я сделал. Короче, смотри, сейчас тебе объясню. Вот так и оставляем вот это вот. Вот здесь, короче, уберешь еще и стену, понял? Здесь сейчас проход сделаю. Здесь будет проход вот такой. Так. Там выход, я потом мост какой-нибудь сделаю. Короче. Ну и... Пока вот над этим работай. Заделай... Да, застрой всю дырку. А. Вот. И вообще всю фиолетовую стену поубирай, замени на деревянную. Даже в подземелье, понял? Подземелье? Ну, даже в подземелье тоже убери, в смысле, дырку. Как это сделать? Ну... Ну ты не понял, о чем я походу. Ну там, где плакат, вот это все подземные, это уровни, понял? Ладно. Понял? Все, да. все, занимайся. Блин, я просрал опять деньги просто на ветер, блин, на эти пиксели. Благодаря нашему любимому муженьку. Как долго моя кирка ломает, блин, мне серебряная кирка нужна. У тебя есть серебряные слитки? Я ж тебе тогда все поотдавал. И дерево, и серебро, слушай, фу. И железо, и бронзу поотдавал, тебе все поотдавал тогда, чувак. Ну да. Ну можешь мне кирку нормально сделать? У меня больше нет уже, их все потратил. Ты все мои слитки потратил? Ну их и так было немного, когда... Понятно. Боссов забил. Понятно. Не весело, честно говоря. Закончил зиму. Закончилась земля у тебя? Mm-hmm. Так а ты добудь там. Там есть же стену повыбивай. Я сказал, в подземном уровне повыбивай стену, например. Давай в этот раз мы настраиваемся. Как ты думаешь, может это? Может в названии писать, типа, ну, что мы еще и делаем в этом выпуске? Ну давай. Типа не просто это прохождение, а потом писать уже это, ну... Лучший супер, true epic. Penetration. Лучшая игра года. Майнкрафт в сторонке. Майнкрафт 2.0. Да. Вот я думаю, тогда много просмотров будет. Да это не главное просмотры, блин. Лучше набрать аудиторию, которая так подтянется, да. Чем вот это, короче, накрысить. Я буду как Black Silver Roof. Только веселый. Вообще не стоит этого делать, потому что, блин, большинство людей смотрят летсплей одних и тех же людей, как бы. Ну, типа, ну, в смысле, летсплей всех подряд. Ну, ты понял, о чем я, короче. Ты не можешь мне нормальную кирку сделать, да, Сань? Все сделаю. Так опыта не хватит. Как так, братан? А, я добыл много слитков. Блин, что ж такое? Я девушке показал Black Silver Уфу, короче, и показал свой летсплей. Вот, кстати, и спросил ее, типа, ну, как оно вообще, ну, типа, как тебе Black Silver Уфа? Особенно показал видео с дракончиком из Карима. Самое веселое. О, это же дракончик, там, ну, 10 минут он с какой-то бабой говорил о том, что, ну, типа, они дракончика видят. Просто, ну, полный бред, вот. Ну,
Девушка ржала, ну не потому что это было смешно, а потому что ей было грустно, понимаешь? От всей ущербности ситуации. Его можно смотреть только если интересно, что за игра, вот как вообще игра выглядит, только поэтому. Ну, блин, зачем я его обсираю? Мне это не... Зачем я это делаю, скажи, Сань? Он хороший человек, смотрите его, да, подписывайтесь на него. Да, он хороший человек. Это мы плохие. Мы недостойны вообще его общества. Сейчас прикинь, сделает на твой канал типа обзор, скажешь, что ты вообще дебил. Да он даже не узнает на моем канале. Никогда. Я и буду рад даже на самом деле, что он не узнает. Оно и к лучшему. Так. Я забыл поставить. Ну, вообще-то фигня мне нужна как раз таки. Так. Здорово. О, привет, Илюх. Ты с нами? Заходишь к нам, Илюх? Да-да-да, если IP скажешь. Санёк, напиши ему IP, я уже записываю, Илюх. А? Ты попал на запись. Ок. Ты попал. Да, ты попал. Так. Я тут, мы сейчас расстраиваем нашу планету родную, короче. Ну, как она радостная, а вот Саня решил ее расстроить. Да. Именно. Как ты себя чувствуешь, Лёх? Нормально. Ты купил лицуху? Нет еще. Ну без лицухи можно, Санёк без лицухи со мной играет. Апдейт же второй главный, да? Да, главный апдейт 2 и все. Я главное смог сервер перенести на апдейт 2 с апдейта 1, понял, сам сервер. Mm-hmm. Не я только сохранки, лицуху. Но и сервер. Сань, ты купил, да? Пиратку. Купил пиратку? Без торрента. Я тоже на торренте буду покупать. Самый лучший магазин, кстати. А ты на каком покупаешь? На рутере или на русторке или на рутрекере? Так, а мне к вам как-то телепортироваться можно там? Там можно, мы тебя в пати пригласим. Саня, пригласишь его в пати. Скажи свой ник только, Илюх. Напишешь Саньку свой ник, он тебя пригласит в пати, и ты потом сможешь на корабль ко мне телепортироваться и ко мне на планету. Сейчас напишу. Только ты, надеюсь, у Женька не брал там стволы, ничего, ты нормально? Нет, пацан? У меня все, что я сам добыл. Хорошо. У нас с Саньком тоже все общее. ПСБП. ПСПБ. Так Илюха питерский пацан. Опасный парень. Смотри, какая птица. Или кто это, человек? Ты в очках? Я, так, да. А где тоже очки взял, Илюх? Так, блин, с бронзы. С чего, с чего? Это обычные бронзовые. А, это обычный. А у нас, видишь, какие с Саньком уже шмотки. Мы с Саньком элитарные. У меня очки доктора. Да ты вообще доктор. Я ж доктор папа, да. Илюх, тэпайся на корабль, ты знаешь как? Нет. Правой кнопкой наводишь на мой ник и нажимаешь beam to ship там. Увидишь такое. Beam to ship. Видишь, да? Все, ты на корабль как-то шел. Я уже телепортировался. Как тебе мой корабль, Илюх? Да мне нравится. И спускайся к нам вниз. И там Саньку помогай, Санёк, дай какие-нибудь обязанности Илье. Я спустился. Принеси мне 8 алмазов. Я кирку сделаю хромер. Не, вообще, если серьезно, то Илюх, можешь вот в шахту сходить, там если идти в бок, ну в правую сторону если идти, короче, там шахта, вот там пока подобывай ресурсов разных, короче, нам. Каких-нибудь. Ну и себе тоже подобывать. Что-то нам много не надо на самом деле с Саньком. Сейчас. Как тебе нож? Можно еще их рубить. Как тебе наша планета? Мне нравится. Я шахту сейчас найду. Там вправо чуть-чуть идешь, сразу ее увидишь. Она прям сразу там будет, там куча факелов стоит, все такое. Ну, по стандарту, в общем. Так. По Фрейду. Надо Илюхе дать только топор нормальный. У тебя сколько пробития у меча? Так у меня боевой топор. С поржогом. Ну, сколько пробития у него? Главное пробитие. 4. Сейчас мы тебе вот, 5 дам. Я сейчас тебе 5 дам. Сейчас. Ну ты просто, ну как бы, ну, чисто наше оборудование, короче, закрысишь. Ты заодно проверишь там, где, ну, шахта. Да, сейчас. Только доделаю всю эту фигню, которую... Убежище. Ты сейчас умрёшь от голода.
Илюха, ты от голода умираешь? Ща поем. На. Ешь. Около лимона ешь. Да, около лимона ешь. Я уж съел что-то. Около лимон, точнее. Около лимон. Вот. Кушай, ты сейчас умрешь. Так я ж ладно сломаю. Еще съешь. Это бинты. Бинты ж они не восстанавливают жизнь на еды. Ты умрешь от того, что не кушаешь, Люх. Что так у меня из еды и все, что есть. Это... Я тебе дал. Луком нужно глаз дропать такой. Мясо, короче. Возьми тебе глаз. Да, глазик, да. Короче. Смотри в инвентаре во второй вкладке. Ну, все, я голодный, не голодный теперь. Да, Илюх, тут это. Ты умрешь с нами. Такими темпами, блин. Так. До сих пор этот звук слышишь. Что, типа Илюха умирает? Угу. Это не круто, конечно. Так, ой-ой-ой, мой снежок чуть не упал тут. Так что, мне вот тут копать? Санек, посмотри, он в ту шахту пошел, Санек. Сейчас. Там факелов много. Ну, вроде да, там других нет. Да, там она совсем дальше. Рядом с нами, просто чуть прям вправо проходишь. Дальше этого пройди, видишь, там уже дыра есть. Вот чуть дальше пройди. Не обращай внимания, мы тут босса убивали. Да, мы там босса убивали. А убежище от босса. Надо будет еще его вызвать, кстати. Мне кажется, сейчас он посложнее будет с апдейтом вторым. Да нет. Когда он вышел, апдейт? 5 числа. Ну вот. А это в следующем патче будет только. Ну ладно. Илюха, ты реально в среду не играл раньше, да? Ну, понятно, почему тебе эта игра такая необычная, кажется, немного. Ну, тебе нравится вообще Starbound? Так, я почти доделал тут все уже. Это, кстати, час, наверное, через неделю может будет на канале только. Потому что я ж не буду по 5-часовых версиях выкладывать. Ну, людям не будет просто такое интересно смотреть такие длинные куски, блин. Так, за мной камера следит. Я сделал немножечко ступенек себе. Все, нет камеры. А что за камера, просто... чувак? Ну, или была камера, она меня палила. Ты ее сломал? Я ворую у тебя. А зачем ты камеру сломал, Лёхина? Тут... Там надо ниже спускаться, там даже кристаллы у нас есть, ну, чувак. Ну вот, так, сейчас скажу, что я там был. Блуэр принт. Кристаллы, да, это был. Ну и хорошо, вот. А да, это то, что надо. Это новая технология. Да ну ничего, это нормальная фигня, да, я знаю, у меня она уже была использована. Илюха потом себе использует, пусть. Так. Так, Wood Planks, Wood Platform. Все, платформа я сделал нормально, вроде 27 штук должно хватить. Так. Блин, какие странные ступеньки получились. Странно, что ломается именно киркой ступенька. Еще одна зеленая планета. В смысле? Ну, тут дерева много. Ты на планету ушел на какую-то или что? Да. На Илюхину? Да. Зачем ты на Илюхину пошел? Я на той планете, которая, ну, под моим кораблем, там, если влево идти, там, ну, рыцари будут, там, на лошадях. А, ну мы уже таких полностью убили с Саньком одну расу, уничтожили. Да. Полностью такую расу уничтожили, короче, вот таких рыцарей. Всю планету зачистили, Саша Невский там был еще. Саня Саша Невским был. Ну это долгая история, Илюх. Да, возможно, ты увидишь. Тут, естественно, он если будет смотреть, то он увидит, куда он денется. Так. Его подлет. Затащил.
Илюху? Не. Рыцаря. Я обсидиан добыл. Это наш обсидиан, о-о-о, кстати. Что такое? Технологию новую открыл. Какую? А, прыжок двойной? Нет. А через чего ты открыл ту технологию? Объясни. Я нашел в ящике. В каком ящике, Санек? Где? У Илюхи? Ну да. Сань, иди к нам, Сань. Че ты ушел? Че ты ушел вообще? Будут. Где-то. Ты че, убрался из моих сундуков? Нет, не из твоих. На да планете. все равно, зачем ты полез к Илюхе вообще? Сань, ты знаешь, что это нехорошо так делать, Сань? Сань, хватит, Санек, такой фигней страдает. Ты с нами тут хреначишь. Так, все. Сделай достаточно ступенек, надеюсь, достаточно. У тебя 3D принтер работает? Сейчас гляну, кстати, работает он или нет. Я ж на лицухе, может, заработает. Я не то, что вы крысы, я на лицухе. Да я купил пиратку. Илюх, что такое, что ты? Я потом как-нибудь куплю. Ты же сказал, что ты сегодня купишь. Ну, все, не вышло. Не повезло, не купил. Так. Мне нужно подпорки сделать. Хотя у меня есть подпорки элитные. Элитарные? Да, именно. Или нету подпорок? Должны быть, я точно помню, что были. У тебя какая кирка? У меня? Угу. Бронзовая. Скинь мне ее. Зачем, ты с нее хочешь переделать, да? Сейчас, погоди. Она поломанная почти, чувак. Она новая будет. Ну ладно, сейчас. Полностью. Фига я тут, короче, спустился, тут какая-то колонна разрушенная, что это вообще. Там все, это все так и задумано, Илюх. Так. Ну, отлично. А зачем ты окно плакатом завесил? Я? Mm-hmm. А что такое? Не надо было? Не круто выглядит. В смысле? Да убери плакат тогда, я ничего не завешивал специально. Там свет. Саня, больше не надо так делать. Ты вот технологию знаешь, ты закрысил технологию, которая была моей изначально, как обычно. Я накопал 56 кристаллов. Мне подняться, отдать там? Да не, пока собирай, Илюх. Чё он был твоей? А куда ты полез, Сань? Дырку заделываешь, да? Угу. Тут еще надо стену уже поубирать, вот здесь. Ну ты ж помнишь. И поставить деревянную стену вот здесь. Везде. И вот здесь тоже везде надо поставить. Вот здесь. Окей. Можешь каменную? Ну, какую хочешь, можешь каменную, да. Надо пособирать урожай мой. О, класс. Я просто счастлив, что у меня урожай. Можешь кушать. Что-что? Можешь его съесть. Я так и буду потом, только не сейчас. Саня, там где видишь, где вскопано, убери это, пожалуйста, вскопанность. Я уже убрал вроде. Не, вот тут, где росло, убери. Санек. Сейчас, подожди. Угу. Блин. Ты привычный. Ой, я нашел медь на халяву. Я же куча. Люх, у нас очень плодородная планета, много чего можно найти интересного здесь. Да я хотел там у себя пойти рыцарю убить, но с моим топором это тяжело все довольно.
Давайте оружие там нормально. Да пока не надо, рыцари потом мы все вместе полетим, захреначим потом. Да, я сейчас добываю. Там их уже нету. Сань, ты их убил всех, Сань? Нет, это... он у себя в сингле, наверное, играл. А, ну кстати, да, так, ну и что? Так нету у него их. Нету, да? Ты всю планету обошел, что ли? Я... нет. Я проверял, у меня такая же планета. Только ландшафт весь другой. Ну, цвет только планеты совпадает, все остальное другое. Угу. Сань. Ты стену собираешься убирать? Че ты стоишь на месте? Сейчас уберу. Где именно? Ну везде, вот здесь, где синяя стена. Только сюда не заходи. Вот здесь, вот отсюда уже. Вот здесь. Ордена, видишь, висят? Вот здесь, вот здесь, вот здесь. Только орденаш не кради, если что. Забери их пока. Сейчас заберу. Картина, все равно твоя. Вот эту штуку сейчас я заберу, подожди, это мое. Отойди, братан, отойди. Да ты ушел к нам, брат, к ней, Сань. Все. Это для урожая сундуки специально стоят. Позабираешь тут тоже стену. Надо, пора было давно уже обустроить нашу планету. Я потом еще полностью все вот это вначале переделаю. Ну, мы переделаем, нас же много. Пусть Илюха переделает. Да почему Илюха, Сань? Мне мало кобблстоун. Блин, у меня все упало из сундука. В смысле? Ты зачем это? Зачем ты сундук убрал? Ну, случайно ломаешь. Ну, потом положишь туда кучу семян, чувак. Все, какие были семена, туда положишь. Там их был полный сундук, фулл сундук, понимаешь, семян был? Санек, понимаешь? Да. Надо было снести. Ты тут тоже стенку поубирай, вот тут вот. Все фиолетовые тоже поубираю. Только не застраивай вот эту, которую. Ты уже начал застраивать там, где не надо. Ты положил семена, чувак? Нет. И перекопанность убери тоже же. Ты помнишь, ты говорил, я убрал всю перекопанность, а там перекопанности жесть как много, смотри. Лёх, как там у тебя успехи, Лёх? Ну, так, потихоньку. У кого там? Да, куины. Ко мне пришли. А. Как всегда. Так. Все семена. Положил там фулл сундук должен был быть, Сань. Ты точно на те положил? Может, ты какие-то свои доложил специально? И смысл? Ну, не знаю. Ну, это ж ты. Ну, все, у меня больше нет семян. Ну, хорошо. Стенку убираю вот здесь теперь. Просто убираю ее вот здесь. В теплице. Скинь свою кинку, пока она не сломалась. На. У тебя есть еще немного. Бери. Давай, делай кирку нормальную. Люха, у тебя какая кирка? Бронзовая? Копер, да. Я понял. Сань, ты серебряная, Сань? Да. Все заниматься, продолжай своим делом, короче. Я пойду своим заниматься. Я подпорки забыл сделать. И снизу сломать. Что? И снизу сломать. Да, там же свет должен попадать, понимаешь, потому что это, ну, типа, семена все такое. Сильвер я тут нашел еще. Ну, собирай сильвер, серебро собирай. Кстати, более заметно или нет? Это в смысле? Обновление. Ты о чем? Ну, обещали более заметным сделать. Ну, я понял, ну посмотрим сейчас. Золото еще.
О, отлично, золото? Илюх. Да, Илюха, молодец. Ну, наверное, золото сейчас. Он так желтенькое выглядит. Ну, вроде золото, если... Как он называется, если... Сейчас, сейчас сломаю. Нет, я тебя, что золото. Долго так. Ломай. Gold ore, да, золотая руда. Я подпорки сделал, я пойду сейчас поставлю подпорки. Сколько тут ловушка уже, кстати, есть для нежелательных лиц. У кого? У меня тут. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Неправильно поставил подпорку. Где ловушка? Да пока не иди, иди делай свое дело, потом покажу. Саня. Да, да, да. Как подпорку повернуть, чувак? А вот. Или нет? Сань, что ты приперся, Сань? Сань, что ты приперся сюда? Что искал? Делай свое дело, Сань. Я иначе... сделал. Что сделал? Ничего ты не сделал. Не зли меня, Сань. Пожалуйста. Ты сердце начнешь мне разбивать, Санек. Как, почему подпорка не поворачивается, братан? Ты не знаешь? Ты не пробовал повернуться в другую сторону? Так пробовал, в том-то и дело. Ой, ты такой умный, пипец. Я типа не думался. Смотри, видишь, она не поворачивается вообще. Ну, я не вижу, как ты встаешь. Кинь мне ее. Я, походу, в самый низ спустился, тут одна лава снизу и все. Ага, ты хорошо. Поставил. Да нет, оно не ставится по-другому больше. Сань, ты можешь мне не мешать, Санек? Я поднимусь на корабль, да, на ваш, отдам все ресурсы там. Так куда ты отдашь их? Тут отдай, положи отдай, сундук. Отдай сундук какой-нибудь, сейчас я тебе положу сундук специальный. Так, а мне надо к корабль Саньку телепортироваться, да? И потом опуститься вниз к вам. А подожди, нет, тебе надо подняться вверх, корабль ты не сможешь телепортироваться, точно, точно, игра, я игра ж, вылетит. Я же низко. Да, тебе нужно подняться вверх, короче. Почему он из пещеры может? Вроде. Ну, может, но это ж баг. Или нет, не может. Уже нельзя, по-моему. Это баг вообще, Санек. Да, уже нельзя, все нормально. Не доставляет то, что ты говоришь, что все нормально. Ну то я вылетал 10 раз из-за этого. Да, потому что это. Потому что апдейт старый был. Блин, а так-то ничего нельзя нормальное сделать, блин. Беда. Может здесь можно? Здесь максимум, что я смогу сделать, это вот это. О, верстачки, классно, самое то. О, мухоморный блок есть, вот. А у меня мухоморы как раз есть. Круто, да? Очень. Так, Илюх, ты поднимаешься сейчас, да? Да, уже почти. А у тебя фулл, что ли, забито все или что? Стой, 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 я тебе оружие. Нет, просто мне нужно поесть ходить. А что ты с собой еду не берешь, я не понимаю. Ну, типа, ты что, офигел в комнате, там грязно будет. А, поесть ходить, а, я понял, в реале сходить поесть, ты не в игре. Я понял тебя, братан, не ошибся. Я подумал, что тут, ну ты понял, короче, что да, я да, подумал. Да. А как ставить по одному блоку? Вы не знаете, вот по одному как ставить? Shift то, что удерживает. Блин, а я не знал. Илюха спас. Я почему-то сразу догадался. Сань, то что ты знаешь почему? Потому что ты крыса, Сань. Я пока в инвентарь заходил. Возьми тут меч. Четвертый моб надоел мне уже. Ща, он называется... Ща. Ты его, по-моему, в руках держишь. А во... Нет, это то, что у меня в руках было, то у меня давно еще. Ты вот этот мне меч, наверное, дал. Наверное, да. Да, вот этот с огнем, у меня не было такого. Попробуй дальше. Так тут стенка, ща я сломать надо. А у меня хп мало, ща, секунду. Не, меньше. Че, я тогда ломаю? Бей. Какие странные ступеньки, вообще жесть. Так. Да, фига себе такой меч. Я заберу, да, или отдать? Бери.
Да тебе же Саня специально его дал, Лёх. Мне круче просто. Я его с рыцарей выбил. 10 уровень. Ты зря тут пошел. Да, я понял. А, окей, сейчас обойду. Я походу сейчас на свою же ловушку и напарюсь. Это будет очень не круто. Я ни разу на вентилятор не падал. Ну блин, я же это я, Сань. Че, мне куда что выложить? То, что и... набрал. Сейчас я тебе покажу. Не сюда. Подпорка не нужна. Ты видишь где? Нет. А, вот все вижу, да. Положи... Сейчас. Золотой сундук, да, Саня? Той? Да, золотой сундук пусть положит. Вот в нем. Вот золотой сундук. Сейчас я увижу, да. Все положи? Да. Так, подпорочку надо поставить. Все. Хорошо, так. Мы тебя ждем, Илюх. Приятного аппетита. Да, спасибо. Так. Всего 2 золота. В смысле? Ну, 1 слиток. Че ты приперся? Блин, ну моб какой-то. Ну зачем? Ну бей его, Сань. Не хп мол. Ну ладно. Где он? Где он? Он улетел, пацан. Все. Ладно. Больше я покажу мощь даггера. Нет. Какой? Но я все равно покажу. Я не буду смотреть. Ты что-то брал из сундука? Сань. Нет. Точно? Ладно. Их атака 3 удара в секунду. Может 4. 4. Я знаю, как даггеры работают, я видел, я читал про них. Сань, не мешай мне. Заметь чем-то полезным, бро. Чуть вентиль не упал, Сань. Прыгни на вентиль, бро. Че, что жалко, что ли? Насколько тут глубоко? Иди-ка сюда. Ну еще. Что? Почему на нем не работает? Потому что он человек. У тебя такие панели есть, как я сейчас ставлю, Сань? Вроде нет. Посмотри, пожалуйста, поищи. Нет. Не, на корабле можешь поискать у себя? Wall panel называется. Да, я знаю. Откуда? Я хотел сделать дом из них. Ты крыса, так у тебя не есть, значит. Ну, 3 штуки было. Я думаю, этого недостаточно. Ты неверно думаешь. Я в сингли возьму. Ну, сходи в сингли возьми, хорошо. Сколько у тебя в сингли? Чего? Панелек этих. Не знаю. Я голда точно. Гамбургер она будет потом сделать, блин. Давай. Не кучу всего восстанавливают. Не очень полезные. Ты их делал, да? Уже? Нет еще. Я сделал специальную штуку, которую роботов делает. Какую штуку ты сделал? Который роботов делает.
крафтилку для роботов. О, вот мне что дали. Все эти штуки есть, да? Я теперь могу из грибов и красных лепестков делать ящики. Круто. Грибные. Вот эту технологию я открыл. И, типа, есть технологии, за которые ты получаешь всякие крафт-предметы. Но я роботов не открывал еще. Понятно. Я нажал Shift на вещь, перенести к себе в сундук, она просто пропала. Это норма? А нет, она не пропала, это... Ага, они просто разные, она поставилась в нолик мне. Ясно. У меня есть стилблок. Стилблок? То есть не тот, который мне нужен, правильно, не вол, понял, а стил. Сколько у тебя стилблоков? 5 штук. Просто 5? Mm-hmm. Ты серьезно? Мне целая куча снега. Мне не нужен твой снег. Где вол панели, чувак? Походу нет. Ты знаешь, что это плохо? Санек. Да вам нормально. Нет, это плохо. Кстати, тюрьму я потом тоже сделаю, да. Зато я робота шатал. Ну и что? Один. Ну и что? А он сносит 100 хп с удара. Ну и что? Хоть 200. Electronic Light. Кстати, она мне нужна, да. Сейчас бы Илюха не помешал. Санёк, где ты? Сейчас вернусь. Кто это такой? В смысле? Кто ко мне кто-то зашел? В смысле кто? Какой-то чувак пришел. Дан Кун какой-то. Он мне сейчас все грабит, чувак. Убей его. Как его убить? Сейчас я вернусь. Короче, он очень плохой, братан. Он ушел из моей пати, но он мне сейчас все грабит, чувак. Кто взялся? Ну, он мне просто пати кинул и все. Кто-то, я не знаю, кто зачем это. Зачем ты его принял? Я не знал, думал, это ты. Какой-то мудак, я не знаю, кто это вообще. Саня. Как его убить? Да что, как кто там удило приперся к нам? Какой-то Дан Конг. Смешно. Слушай, он все забрал из сундука, чувак. Он из золотого сундука все забрал, Сань. Подожди, это то, что Илья нашел? Да! Что это за Дан Конг, Сань? Быстрее, как его убить? Ты же говорил, что умеешь убивать. Нет, я не могу, сердце надо как-то ливнуть, чувак. Сейчас я сервер ливну. Все, я вырубил сервер.
Это просто капец, какой-то Донконг. Все, я заканчиваю, короче, это. Я заканчиваю сейчас запись и перезапишу. Ну, хотя, ну, короче, это когда сервер...